Привет! Сейчас я покажу, как твой сим может съесть торт от жвачного растения. Во-первых, тебе нужно само жвачное растение. Нам нужно не кормить его некоторое время, это может занять несколько дней. После этого жвачное растение высунет язык со ртом. Если сим его съест, то он получит измождение с дискомфортом плюс один на 2 дня. Если же у твоего сима уже есть этот мудлет, и он попытается съесть торт жвачного растения, то сим умрет таким вот образом. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.